Здравствуйте, дорогие подписчики, с вами Константин. Мы продолжаем проходить Wolfenstein The New Order. Это новое творение от Bethesda на высокой сложности. Ой, в прошлой серии мы взорвали, точнее нам помогли взорвать холл здания, куда вот мы ворвались и здесь проходили. Теперь нам нужно здесь прорываться. Ну, походу за нами уже идут. Так, ну чё? Там какая-то большая толпа была. Сейчас мы здесь попробуем прорваться. Да что ж ты никак не идешь, а? Ой-ой-ой. Одно хп, одно хп. Ох, вон там что-то лежит. Аптечка. Смотрите, как нас спасло прям. Так, сейчас мы вас положим здесь, пока у меня много хп. С одним оружием все-таки прицельный огонь вести удобнее. Двумя одновременно это только если кого-то быстро надо убить и с близкого расстояния. Да что ты? Ничего, никак сюда не попаду. Так, ты. Ну-ка, вылези. Да. Умер, нет? Не, не похоже на то, что вот ты умер. Да ты умрешь сегодня, нет? Они походу. Ой-ой-ой-ой, там кто-то злой. Там турель стоит какая-то. Так, 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 так. Патроны. Есть. Ой. Смотри, прокрался, а? Патрон с них так сыпется вообще прям, ну копейки. Да умри, а? Да умри же. Убираем все, что находим. Ой-о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 й. Робот внизу. Мы к нему не пойдем. Явно нам ничего хорошего не скажет. Ну, конечно, можно там убить. Но раз он сюда залезть сам не может, чтобы нам торопиться к нему, верно? Так, что у нас тут? Аптечка. Аптечка, хлеб, аптечка, еще аптечка. Смотрите, это аптечка, на самом деле вагон. Ну, ножик возьмем. У нас они теперь есть. Еще есть три гранаты. Так, здесь не пройти. Что-то мне такое чувство, что этого робота все-таки придется убить. Как бы не хотелось, но придется. Ничего, ничего, ничего. Можешь, конечно, попробовать его гранатами, кстати, кидать, который. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Где наши гранаты там? Ну вот они. Здорово. Держи. Ну а теперь расстреливаем его. Добро пожаловать. Ну, тебе не болеть. С патронами какая-то полнейшая засада. К сожалению. Сейчас надо здесь обыскать и найти все, что только можно. Одна обойма.
Вот, господи, разглагольствует-то. Ой, там что-то подобрать можно. Да что ты? О, увеличили порог жизни. Кучу патрон нашли. Все, мы живем. Еще ножик даже нашли. Кучу секретов. Кучу щу просто. Все, вперед рвать всех налево и направо. Даже броню не подобрать не могу. О, снайперская винтовка. Какая же хорошая вещь. О. Я все искал. Что же мне нажать-то? Так, и это мы куда-то попали в очень важное место. Че за движение? Вы опять, а? Как я вас ненавижу, вы уроды еще те. Они, короче, когда подлетают, очень больно взрываются. Поэтому их надо убить до того, как они к вам подлетели. Запомните это. Так, где там у нас снайперка была? Еще живой? Кто еще стреляет? Иди сюда, иди, иди, иди. Есть. В принципе, неплохая, хотя могла бы быть и помощнее. Так, здоровится. В принципе, всего хватает, разве что патрон добрать бы еще. Так, так, тот стреляет. Ты. Ой, какой у меня прицел стал модный. Я что-то подобрал? Походу, подобрали прицел. Давайте еще здоровье подберем на будущее. А птички раскинут просто прям. Готов. Давайте с этой стороны еще обыщем. Так. Патроны есть. Патроны. А птички трогать пока не будем, потому что у нас так полное здоровье. Ну, проще будет вернуться. Один есть? Второй тоже есть. Осталось 3 патрона. Ой-ой-ой-ой. Стараемся сэкономить их. Ладно, подберем еще. Все, патроны на максимуме у нас, это хорошо. Так, куда же мы выходим? Так, кто стрелял? Ой, вон вы сверху откуда-то убегаете. Так, последний патрон. Ну, где ты? Так, ну с дробовиком здесь пользоваться не самая лучшая идея. А вот взять автомат в лапки, и это было бы неплохо. У нас вот только нам разбили абсолютно всю броню, это очень печально. Внизу, кстати, по-моему, была какая-то броня. Ну ладно, не будем с ней возвращаться. Ой-ой-ой. Где-то есть. Живой еще? Все. Идет сохранение. Куда-то мы поднимаемся. Мне не нравятся эти звуки на самом деле.
Опять вы. Ненавижу вас. Урода вы ищете. Ой-ой-ой. Главное, уходите от них вблизи. Да, дальше там. Так, фрагменты кода есть. Так, где наша сварка? Ой, не то. А, нет, перейти с такого расстояния тоже. Пойдем с автоматом. Дубовик, конечно, вещь хорошая. Давай сначала туда пройдем. Вдруг что интересное упустили. Остался один ножик и 3 гранаты. Дубовичок. Вещь очень хорошая, но пока что предпочту пользоваться лучше. Так, 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 не вовремя, не вовремя, не вовремя. Все. Заряжаем нашу сварку. Угу. Давайте, ладно, возьмем дробовичок, патрон в руки ему полно дали. Очень клевый дробовик, на самом деле. Тихо. Да мы сейчас вас просто в кашу. Люк в стене. Давайте возьмем вот так. Будем жестить сегодня. Да, почти не пострадали лифты. Почти, почти совсем. Так, у нас есть карта. Так, ну что-то мне подсказывает, что нам теперь нужно туда прыгать. Так. Пошли наверх. Прям по башке упал. Ой-ой-ой-ой-ой, я тебя не заметил. Вот теперь нужна аптечка, как никогда. То аптечек дают фагон, то когда надо, не дают. О, сейчас мы кому-то попадем весело. Ну, они в лифте там сидят. На противовес, так. А где у нас противовес? А, так вот же он противовес, понятно. Вперед. Ребята, походу, приземлились. Так. Куда попали? What do you see? Ancient artifacts, highly technological in nature. Parchment. Looks like Hebrew. I think the Nazis are trying to reverse engineer all this stuff. Are there any identifying marks? Dot? You should. Dog, Abel, apostrophe, Abel, Tara, space, yoke, item, Charlie, Hal, Uncle Dog. Might be something in our archives, Anya. See if you can find any references to Dot Yishun. Will do. Be careful out there.
I like her, Blaskowitz. Good catch. Be sure to bring as much of this dad-you-should stuff as you can carry. Will do. Так, все, что унесу. Артефакты. Так, надо побыстрее. У меня так ощущается, что скоро сюда придут. Там он еще какие-то эти. А, их как просто не достать. Бронька нужна. Здесь ничего. План эвакуации. Это нужная вещь. Так, там он лежит что-то очень интересное. Ну да, так просто вот это не открывается, конечно же. Вы посмотрите, какая клевая штука. Сейчас мы как-нибудь не отберемся. Так. Здесь надо что-то сделать. Давайте еще пороемся, может где-то есть рычажок или еще что. Нечто такое. Ага, ну, подсказка загорелась. Нужно как-то наверх запрыгнуть. А. Раз. Два. А, понял. Еще раз врубаем. Круто. Это уже другое дело. Лазер Сварк. Что интересно он умеет делать? Надо у него прочитать. Прикольно. Так же заряжается. Так, у нас есть режим стрельбы. Режим сварки. Так. А, вон тот, вон и мы и люк нашли. Кстати, здесь у нас соседние двери, ничего нету. Ну, опять я не пролазил. Тоже ты не отрезаешься, а? А, ну не фларщик я по профессии, ну что теперь мне? Расстрелять не за это. Так. Так, и что предлагает сейчас мне разрубить эти и на лифте поехать? Может, я все-таки с безопасного расстояния? По-моему, это была плохая идея. Сказали, на два этажа ниже что-то есть. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, это была плохая идея. Хотел запрыгнуть на ту балку, но не получилось. Надо подумать, как сейчас спрыгнуть. Так. Ой, опять. Угу. Есть такое дело. Так, еще раз внимательно слушаем, что нам скажут. Так, на два этажа ниже.
Сюда нам спрыгнуть не дают. Тогда остается только на лифте вместе ехать. Хотя... мне тоже не кажется хорошей затеей. Нет. Опять же нет. Ладно, я, видать, что-то упускаю. Либо просто торможу. Сейчас еще повнимательнее просто осмотрим, что там к чему. Так, господи, опять выпиливание. Вот так вот получает разряд по сварке. Да что ж ты делаешь-то? Что такое? Я уже три раза просто так погиб. Разбился. Ладно, сейчас точно получим разряд по сварке. Так. И все равно, куда, я не понимаю. Ну нету ничего. Давайте я на паузу поставлю сейчас, вот как только разберусь. А, ёптить, ёлки зеленые, вот же лестница. Все, можно лифт отпустить, я же не на нем стою. Все. Не увидел элементарного. Взяли броничку. Так. Кнопочки, кнопочки. Подзарядили батарейку. Так. Пока. Конечно, дает свое какое-то разнообразие геймплея. Ну, не знаю. Так, нам теперь нужно угнать эти вертолеты. Откройте врата ангара. Так, где же они у нас открываются? Карта что-нибудь показывает? Да. Вон там, вон слева. Вон там, куда указ мой прицел должен быть. Так. Патрон до снайперки нам, само собой, не дали. Сказали, обходитесь сами. Тут еще робот шарится. Можно спрыгнуть туда за ящики. Ну, давайте, наверное, сейчас потихонечку так и пойдем. Входит он, охранник. Тихо-тихо. Ну, вроде не попалил пока. Патроны. Давайте возьмем два автомата. Теперь наша задача туда потихонечку пробежать и не попалиться. Все, попалился? Не? Вроде нет. Все, попалили. Дальше идем боем, выбора нету.
Не уверен, правда, что это может прям так легко получиться, как хотелось бы. Робот меня в таком положении не видит. Ну, так давайте этим воспользуемся. Умрим. Сейчас он уже почти развалился на куски. Ну, конечно, сейчас до хрена патрон потрачу, но я хочу его убить. Или нет? Ну ладно, походу не все так просто. Так, ну раз нас попалили, грибаем все, что есть из ящиков. Ты посади же. И патроны кончились, а? Пошустрее бы открыть. Здесь. Автоматически патроны получили. Ладно, возвращаемся. Так, у меня на карте вроде это место было указано. А. Наверху. Здесь надо наверх как-то поискать путь. А как нам туда вообще пройти-то? Здесь я могу вообще забраться? Не все так просто. Опять текстуры не успевают прорисовываться. Прям очень печально. Даже напрягает. Собираем броню от робота. Все, броня у нас максимум. Охрана небольшая. Так, вон лестница туда. Там вон турель есть. С нее давайте робота расстреляем. Гори, 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 гори. Патрона не осталось. Так. Я что-то не понимаю, как это мне туда забраться, честно. Ну ладно, пойдемте мы туда. Может быть там. Я здесь кучу народу стрелял. Пусть палят. Я ничего не понимаю. А, вон. Ой, меня тут сзади вообще уже пусуют. Давайте здесь заникнемся. Да вы обалдели. Надо внутрь забежать. Патроны. Автоматический режим. Не знаю, что такое. Звучит клево. Автоматическая винтовка. Я ее так и не испытывал еще на людях. Неплохо. Тут попасть им еще надо.
но в какашку людей. Просто сразу в кашу. Две снайперские винтовки. Это дико. Это первая игра, в которой я вижу, чтобы можно было... Чё это такое было? Чтобы можно было две снайперские винтовки одновременно. Чё это такое? Нет, не нравится. Чё происходит? Это робот где-то. Где он шарится? Где он есть? Я его не вижу. Ладно, давайте пока сейчас все обыщем здесь. Против робота у нас уже давно известные способы, как драться. Наверх, кстати, подъема никакого нет. Здесь я, может, прощелкал. Давайте внимательно посмотрим. Здесь какая-то дверь. Нет, не пройти. А, вон он. Ой, это какой-то более здоровый робот. Так, ты, походу, у нас особо толстый. Лови. Лови. Была плохая идея. Плохая. Так, он там в углу. Я еще не забрал все, что смог. Робот явно какой-то бешеный. Ой-ой-ой. Понятно, к этим хреновинам лучше не подходить. Он вообще делает эти направо и налево. Ёпты мать. Так, где мой сварочный аппарат? Сейчас мы подпоняем. Ёптую мать. Ладно, берем две снайперские винтовки. Ты сильно будешь умирать, нет? Нет? Не хочешь никак? У меня вот патроны закончились. Чем я тебе стрелять? Вроде что-то подобрал, но этого надолго ведь не хватит. Так, будем стрелять сейчас с этого бластера, потому что здесь хотя бы можно патроны пополнять. Не особо заделает, хорошо. Да ёпсель ты зеленый. С этой стороны подзарядонька есть? Есть. Я не успеваю зарядиться, что ли? Ой, как же это нужно-то, а?
скажите, что он умер. Да, да, неужели? Просто неужели? Собираем с ним все, что можно. Робот, конечно, геморный. Он, в принципе, несложный, но просто доставляет свое. Так. Тут вот еще не подобрали, но, по-моему, уже некуда. А куда теперь? Так, лестница наверх. Я надеюсь, мы сейчас уже закончим с этими вертолетами. Потому что мне здесь уже изрядно надоело. Роботов больше не хочу, правда. Да что ты, никто забыл переключить. Так. Что-то было? Ладно. Здесь ничего. А, вот. Меня в гости. Ты вообще что такое? Ёпты, на беспилотники что ли? Парашютисты кто? А, так это наши. Так. Судя по тому, что заиграла музыка, наверное, это уже хорошо. Да иду, я иду. Парашютистка ты. Летать хоть сама сможешь? Надеюсь, что да. Из меня пилот никудышный. Ascending into the sky. For a moment there, I thought I was going to heaven. Then falling, then pain. First pain of my life. Felt like my insides were running out through my back. Could barely move. Had to crawl. They found me after 3 days in a ditch. Long months in a Kreisauer hospital bed. They were shoving tubes in me. Infection. Ugh, these things I don't want to remember. I'm sorry about your legs. Don't be. I've learned how to fly. What is the dot ye should? How can we get in contact with him? Anya, what do we know? Very little, but I have some ideas. Good. Anya, you take the lead on this. Blaskovich, whatever she needs, you help her find it, yeah? William, I could use your help. Could you come over here for a second? Да, сейчас погоди. Давай сначала я немножечко здесь осмотрюсь. А потом тебе помогу. Целая куча вывесок и прочее. Так, здесь мы уже были. Пойдем-ка наверх.
Здесь не подняться. Где? Вот, подъем. Ну что, серия была, в принципе, продуктивная. Я что сейчас хочу сделать? Подняться наверх и попробовать еще раз активировать секретный уровень старого доброго Дума. Да, вот каждый раз до него бежать именно вот столько. Ну что, еще раз секретный уровень. В прошлый раз мы погибли в самом начале. Не знаю, получится ли сейчас пройти подальше. Так. Сейчас надо аккуратненько, насколько я помню. У нас, кстати, два пистолета. Так, минус один. Да умри уже. Музычка просто, конечно. Так, здоровье вроде восстанавливается. Как же все-таки раньше-то было круто. Это такая ностальгия на самом деле. Так. Здесь несчастный труп лежит. Пополнили здоровье. Написано плюс 10, но по самом деле прибавили на 40. Так. Сзади сейчас никто не появился. Да умрите уже. Больно, больно стреляет. 30 здоровья осталось. Ждем. Блин. Все-таки зарубили. Ладно. В следующий раз, когда придем сюда, попытка будет еще одна. Все, больше нельзя. Так, ну что, спасибо всем, кто меня смотрит. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, давайте. Всем спасибо, всем пока. Продолжим в следующей серии.